новый художественный фильм «Злой дух Ямбуя». Фильм рассказывает захватывающую историю одной экспедиции, ушедшей в тайгу на поиски товарищей, пропавших при загадочных обстоятельствах. Елизар! Что ты сделал с Елизаром? Отвечай! Режиссер Борис Бунеев. Они бросили вызов дикой природе, вековой тайге, злым ветрам, неизведанным далям. Смотрите новый фильм «Злой дух Ямбуя». Производство Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, СССР.